вот гимназия номер один в Нижнем Новгороде напротив распахнула свои двери. 12 октября учебное заведение открылось после ремонта. Напомним, капитально ремонтировать здание начали в октябре прошлого года. Изначально работы должны были завершиться к началу июня, а открыть школу планировали в новом учебном году. Однако подрядчик не успел к установленному сроку. В результате объект был сдан лишь 1 октября. В настоящий момент работы приняты муниципальной комиссией. Известно, что стоимость работ составила 40 миллионов рублей. С сегодняшнего дня учащиеся 5-11 классов уже вернулись к учебе в родном здании, а учащиеся начальных классов еще 2 недели будут обучаться в гимназии номер 13. Как пояснил исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, такое решение принято в связи с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по недопущению смешивания детских коллективов. Ученики этих классов вернутся в родное здание гимназии после каникул.